Собственно, сегодня расскажу про гопника нашего центра, да, дерзкий, красивый, безумный, со своим характером, который он менять не собирается, он такой, и его все любят таким, какой он есть. Это Тим, это самая первая собака, которую мы забрали с улицы, когда мы еще были молодыми, наивными, сентиментальными. Да, ему повезло, и мы забрали его с улицы Выборга, с бетонного завода мы его забрали. То есть, если у вас есть вещи, которые висят, это брелочки, шарфики, Тим точно знает, что они вам не нужны, это нужно ему. Мне кажется, он над всеми прикалывается, потому что он любит всех пугать. То есть, типа, иди сюда, я тебе сейчас что-то оторву, смотри, какой я вот свирепый, и такой я дерзкий весь. А на самом деле он очень ласковый, ласкуша такой, такой зайка пушистый, рыжий. Мы с ним знакомы 10 лет, бегает в упряжке со спиритом. Все думают, что они братья, потому что они очень похожи. Но из всего питомника, из большого количества собак, спирит — это единственная собака, которая терпит Тима, его взбалмошный характер. Бегают в упряжке, оба бегают плохо, но для Хосе это нормально. Если кто-то не знаком с Тимом, хочет познакомиться с его неординарным характером, welcome!